всім, хто хоче мати гарний вигляд та здорове тіло. Сьогодні ми будемо перевтілюватися у прямому сенсі цього слова. Тому що ми прийшли до Станіслава Велебницького, майстра трансформацій і фітнес-тренера. І будемо готувати своє тіло до Нового року, наприклад, або до будь-якого свята, або до тієї події, на яку ви чекали усе своє життя. Привіт, Стас. Ну що, будемо сьогодні створювати гарне тіло. Обязательно, Юль. Для начала очень рад тебя снова видеть. Я теж. Всем зрителям, конечно же, хорошего настроения. И сегодня мы будем вместе с тобой и с тренерами моей студии не просто рассказывать, но и показывать всем зрителям, как очень быстро, безопасно и, самое главное, эффективно подготовить свою фигуру к празднику. Починаємо і будемо вже щось робити. Будемо працювати над собою. Тренировка состоит из 4 простих упражнений, каждая из которых мы сделаем по 30 повторений. Я рекомендую тем, у кого есть достаточно опыта в тренировках и хорошая база подготовки, выполнять этот комплекс в течение 10 минут. Для тех, у кого опыта не сильно много, справа от меня будет Александра, тренер, которая будет показывать версию для тех, кто бы хотел позаниматься, но, скажем так, без фанатизма. Так. Мы будем работать вместе с вами. Я прошу внимательно следить за экраном, за нашими тренерами и за тем, что я буду говорить и показывать. Все готовы? Поехали! Мы готовы, мы готовы! Так, распределяемся на ковриках. Я надеюсь, у вас есть каремат. Если каремата у вас дома нет, вполне будет достаточно ковра либо полотенца. Окей? Возьмите с собой бутылочку воды, вам она обязательно пригодится. Выключите ваши гаджеты. Постарайтесь, чтобы ваши родные вас сильно не беспокоили на ближайшие 10 минут. И, конечно же, всем желаю классной тренировки и шикарного настроения. Я быстренько показываю упражнения, которые нас ждут. Упражнение номер 1 называется «Альпинист». Наша цель – это трицепсы, да, чтобы у нас они больше не болтались никогда. Это мышцы груди, мышцы пресса. Наша задача – мы ставим руки в позу отжимания, грудь размещаем четко между ладоней. Выходим в позу отжимания, подняли попу наверх, спина ровная, как струнка, ягодицы зажали, пресс подвернули чуть внутрь. И наше движение. Поднимаем правое колено, подвели его немного на уровень низа груди, и затем в небольшом прыжке меняем его на другое колено. Попробовали. Раз, два, молодцы. Теперь обратите внимание на Александру. Александра будет выполнять облегченную версию упражнения. То же самое, но без прыжка, а просто будет менять ноги. Саш, мы покажем зрителям, давай. Раз, и вернули. Два. Обязательно, когда нога выходит вперед, мы выдыхаем, хорошо? Это упражнение мы делаем 30 раз. Все готовы? Так. Девчонки, зрители, с правой ноги начинаем. Правая нога, та, которую я показываю. Вышли в позу, приготовились, с правой ноги приготовились и поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы! Следующее упражнение, которое мы сделаем, мы зацепим хорошо с вами мышцы бедер, ягодиц и немного передней части бедра, а также приводящие мышцы бедра. Все встаем. Это упражнение могут делать абсолютно все, независимо от уровня подготовки. Упражнение пришло к нам из кардиобоксинга, называется кикер. Мы выходим с вами на середину коврика, ягодицы выводим немного назад, делаем хороший присед и начиная с какой? С правой ноги делаем удар вверх. Раз, руки сложили, как будто мы молимся. Увидели, да? И левая нога, фух, два, и выдох. Все готовы? Продолжили. Три, присели, не спешим. Четыре, раз, фух, вниз. И фух, отлично, бьем хорошо. Давайте, выбиваем полностью весь стресс из своей нервной системы. Готовимся к новогодним праздникам. Сейчас ваше время, ваша тренировка, ваше время для себя. Ваше время получить кайф, драйв, удовольствие. И еще работаем, еще делаем 5. Вниз, 4 и 3. И два, еще один. Фух, молодцы, закончили. Отлично. Как самочувствие? Супер. Супер, супер. Перемещаемся вниз. Спускаемся вниз с вами, девчонки. Сейчас мы сделаем с вами упражнение,
которая очень-очень хорошо проработает полностью весь верх вашего тела, а также, если вы будете делать правильно, хорошо включит косые мышцы пресса. Смотрите, какое это движение. Вы ставите ноги полностью вместе, пятка к пятке, выходите на прямые руки, так и стараясь не шататься из стороны в сторону, что самое сложное. Начинаем стараться касаться по плечу. Александра покажет нам версию облегченную. Та же самая версия, только выйдет на колени. И немного ягодицы опущены вниз. То есть то же самое движение. Даш, пробуй. Угу. Одна, вторая. Угу. Пресс зажат. Все готовы? Саш, готова? Вы готовы, зрители? Встали, приготовились правой рукой по левому плечу. И поехали. Раз, два, три, четыре. Держим позицию. Пять, шесть, семь, восемь. Дышим. Девять. Попу ниже. 11, 12. Фух. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Десяточка. Раз. Отлично. Класс. Я не знаю, как вы, но я уже неплохо вспотел. И дыхание сбилось. И это здорово. Это здорово. Встаем. У нас с вами четвертое упражнение. Финальное в этом круге. Называется полуплиометрические приседания. Плиометрика – это прыжок. Мы делаем половину прыжка. Мы чуть присаживаемся, беремся за колени и от колени резко выбрасываем руки вверх, как будто хотим взлететь, но наши ноги забетонированы в землю. Поняли идею? Все готовы? При этом мы хорошо вверху напрягаем мышцы пресса. Не даем им расслабляться, чтобы не получилось движение назад. Носочки, пятки не отрываются. Я внимательно за вами слежу, даже отсюда. Все готовы? Это упражнение, кстати, под силу всем. Поэтому Александра делает версию классическую. Хорошо? Готовы? Присели. Приготовились. Три, два. Все готовы? Один. Вперед. Раз. И вниз. Фух. Два. Фух. Выдох наверху. Пять. И шесть. И семь. И восемь. И фух. Девять. Десять. Отлично. Одиннадцать. 12, дышим, 13, 14, 15, 16, 17, 18, не оставим жиру, ни единого шанса. Супер! Теперь самое время немного сделать глоток води. Супер тренування сьогодні ти нам запропонував, Стас. Клас, просто відпочили, скинули з себе все зайве. Необходимо понимать о том, что тело мечты, оно не приходит за ночь, оно не приходит за неделю. К телу мечты необходимо идти, и эта дорога непростая в плане того, что она потребует от вас время, но результат будет стоить буквально каждой потраченной секунды, минуты, часа, которая была необходима для тренировок, для приготовления судочков, для того, чтобы сказать «нет» каким-то соблазнам. Это работа, которая окупается 100%. Это лучшая инвестиция в себя. Будемо здоровими, будемо щасливими, будемо задоволеними життям. І разом зі Стасом робіть вправи. Будете ще здоровішими.